Мхитарян забил и отдал два голевых паса. Рома победила 5-0. Есть видео, дам ссылку. Ереван, 9 мая. Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян забил свой 10-й гол за Рому в нынешнем сезоне итальянской серии А. Армянский футболист забил 4-й гол в Балку в домашнем матче с Критоны, замыкающим таблицу серии А. На 78-й минуте Мхитарян довел счет до 4-0. Ну, а далее я не буду читать. Я дам ссылку, посмотрите ролик. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, которые происходят в нашей стране.